Проезд на общественном транспорте в населенных пунктах округа должен быть максимально комфортным. А для этого придется немало потрудиться. Прежде всего, необходимо очистить пространство на территории базы. Это освободит проезд и обеспечит выход автобусов в рейс без опозданий. Надо будет сюда технику, вывести снег, вывести резину. Резины горы лежат. Нашли уже, кто будет принимать резину, чтобы у них сертификат был на право использования утилизации. Глава муниципалитета осмотрел территорию, поручил организовать ее системную уборку от снега и наледи. До наступления весны необходимо подлатать ямы, а позже провести капитальный ремонт дорог. Много места занимают сломанные автобусы. Что касается автобусов, если они действительно здесь мешают для организации движения, давайте их переставим на другую стоянку просто. А площадка перекатим. Есть? Сейчас найдем площадку. Вот. Неэффективно работает и автомойка. С помощью насосов необходимо прочистить ее коммуникации и обеспечить хороший слив воды. Освободить сквозной проезд. Там очистить, чтобы проходная мойка была. Водители заезжают вперед и назад сдают. Это неправильно. Теряет времени. Драгоценные минуты уходят и на попытку пробраться через запаркованные улицы, сетуют водители. В частности, у железнодорожного вокзала. Они не могут подъехать к постановке, потому что все забито. На посаде не могут развернуться автобусы. Шихова автобусы развернуться не могут. Все это задерживает транспорт и ухудшает работу водителей, которых и без этого катастрофически не хватает. Поэтому в числе приоритетных задач – улучшение условий их труда, организация на территории базы столовой, обеспечение сотрудников спецодеждой, бесплатная парковка, льготными выплатами, помощь с проживанием. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».